Олимпийский тренер был отмечен высокой региональной наградой, которую ему вручил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Знак отличия за заслуги перед Ямалом Хамид Ахатов получил за огромный тренерский путь. Уникальные победы олимпийских чемпионов, которых он вырастил и которые прославили округ на весь мир. Получая эту награду, хочу сказать, что я уже не ожидал этого. И считаю, что эта награда не только моя, а всей моей семьи. Это в этом деле большую роль сыграла жена, дочка. И все мои соратники по спортивной школе. Один человек бы ничего не сделал. Это все-таки труд всего коллектива. Общаясь с губернатором, Хамид Фазрахманович рассказал, что покидает и Ямальскую землю, уезжает к себе на родину, в Кировскую область.